Какая красота, да тут еще есть выше. Вот мы смотрели, повесили. Ощущение, как это поражает. Крыльцо стоит на 20 сантиметров в воде, католическое. Так, разве так, там вода много, воды, полное погружение какое. А я вообще даже в воду не зашел. И мы как будто не видим этого. Сами иконы нас обвещают. Это же не сегодня нарисовано. Сколько же труда. Все храмы разрушили, а этот остался покровский. Вот тут стоит на болоте, считай. Вода рядом. Ну и одна же надо было что-то проводить. Они пробили. Она тут длинный замок, может метра два. Длина она, более непроницаемая. Добили, и все. Вода пошла, стены стали мокрые. Это при нас было. То есть умели строить. Наверное, сотни тысяч яиц только было разбито. Белок шел на раствор. Таких портал цементов-то не было. Известь была, добавляли белок. Везде, конечно, школы. Слава Богу. Погоди, крещение Господне. Ясно дело, это момент. Нет, или еще там, руки его там еще нету. Вот такое крещение. Он из воды его встречает? Нет. На нем одежда. Все, пошли. Так.